Здравствуйте. Здравствуйте. Нас попросили поиграть прямо сейчас. На самом деле, полчаса назад мы должны были уже начать играть. Но мы привыкли начинать в 9. И тянули как можно дольше для того, чтобы все-таки начать в 9. Потому что жена приедет к 9. Ну, давайте подождем. Нет, ну, нам сказали, что это неудобно. Что вы здесь давно уже, поэтому мы решили начать. Поэтому будем играть дольше. Собственно, больше нам там сказать-то особо нечего. Да. Ну и все, собственно. Мы готовы к тому, чтобы сыграть нашу первую композицию. Композиция называется «Хоккайдо». Она довольно-таки свежая для нас самих. От этого она для нас очень ценна. Мы там очень стараемся не облажаться. Так что спасибо большое, что вы пришли. Больше сказать пока нечего.
Спасибо. Петр Ильшин. Петр Ильшин. Петр Ильшин. Сергей Киев. О, сразу все раз. Успех. Антон Хабибулин. Александр Кульков. Александр Кульков. По кличке Зая. Николай Моисеенко. Тоже по кличке Зая. Котя. Тут уже, да, тут сложно. Зая 2, а тут уже дальше. Можно улететь в неприличное во что-то. Друзья мои, ну у нас так сегодня все так хорошо, по-семейному. Здесь такая всегда такая обстановка, что чуть-чуть экзамен. Правда. Вот я тут стою, и вот сейчас я понял. На тебя светят. То есть такое среднее между экзаменом и приемом у зубного. Свет как у зубного, атмосфера как на экзамене такая. Знаете, все так... Вот. Ну, просто я с вами поделился. И от этого нам страшно играть следующую композицию. Мы ее очень любим. Это теперь еще одна новая любимая композиция Антона Хабибулина. Сережа для нее придумал странное, сложное название. Она называется «Misunderstanding». Но я надеюсь, это не финальное название для этой композиции. Мне сложно его выговаривать. Мы ее играли как-то давно, потом почему-то перестали играть, и вот теперь мы снова ее играем. И, как я сказал, я очень переживаю, потому что вы так сейчас пока еще внимательно нас слушаете, поэтому мы очень стараемся. Так что вот. We'll be right back.
Thank you.
Сережи новая примочка. Он, внимание, он познал хорус вчера. И поэтому сегодня мы уже играем по Сториусу. И все, что с хорусом, все, что было сыграно на басу. Да? Ну, плохо, да, еще пока? Еще не познал. А улучшатель там? Там нет улучшателя? Хорошего басиста там нет встроенного. Ладно, это все шутки. На самом деле, мы так веселимся, потому что это наш последний концерт в июле. Мы потом уезжаем играть все то же самое во Францию. Это у нас такое нервное веселье перед тем, как мы поедем играть во Францию. Вы не поверите, как здесь у нас все хорошо. Вот мы что сюда? Мы вот сюда пришли, попили кофе на халяву и играем. А для того, чтобы поиграть во Франции, нужно получить визу, купить билеты, прилететь туда, арендовать клуб. Вот. И после этого еще неизвестно, кто придет. Так что пожелайте нам удачи. Мы съедем, проверим, как оно там, и потом вам все расскажем. Конечно, конечно. А сейчас мы для вас сыграем еще одну довольно-таки свежую композицию, которая называется «Anthem». We'll be right back.
дал Facebook. Представляете, он один из тех редких людей, кто там был и слез с этого, на какое-то короткое время, а потом вернулся. И так получилось, что мы в феврале отыграли такую большую презентацию в клубе 16 тонн, на которой были всякие картиночки у нас сзади. Так как Петя играл на барабанах, он ничего не видел, что показывали сзади. Вот. До колени. А. Извини, Коля. Коля Лукьянов, наш звукорежиссер. Вот, и вот благодаря тому, что Петя появился в Фейсбуке, он зашел к нам на страницу, я думаю, что происходит такое? В один прекрасный день просыпаюсь, и какая-то дикая активность, какие-то безумные лайки, какие-то там, что-то такое там сразу за один день. А это, кажется, Петя вернулся в Фейсбук, у него голодуха, и он давай все лайкать. Вот. И вот вчера, значит, закончил путешествие по нашим страницам, и сообщил, что видео на песню «Колоссус» ему очень понравилось. Спасибо тебе, Петь. И поэтому мы сейчас сыграем как раз композицию «Колоссус». У вас там все нормально вообще? Да? Все? Ну ладно, хорошо. Ну да, мы начнем.
Радиостанцию Орфей, и все законы классической музыки он пытается применить на нас, неучих. Поэтому он не попадает в синкопы, хотя является нашим басистом. Сергей Гейен. Давай сыграем песню, посвященную Сергею Гейеру, им же написанную, про себя. Да. Как вы знаете, Сережа немец. И вот в этом холодном нордическом сердце родилась вот эта прекрасная музыка, которая называется «Невысказанная». Легенда про эту песню все знают. Кратко для тех, кто вдруг случайно оказался сегодня первый раз у нас на концерте. Здравствуйте. Кратко, это песня о том, что... Сколько мы вместе уже играем? Года 4, наверное, да? Мы вместе. Да. Поменьше. И вот мы играем по клубам и наблюдаем все время одну и ту же картину, что очень приходят молодые люди, девушки. И мы же прекрасно все понимаем, они приходят не ради нас, они приходят ради общения какого-то, обстановки. И вот ты стоишь на сцене, играешь весь концерт, и наблюдаешь картину, что вот с одной стороны сидит молодой человек, и весь вечер смотрит куда-то вот в одну сторону, а та другая сторона смотрит в ответ на него. И концерт заканчивается, они расходятся. И вот, чтобы этого не случилось и не случалось, вот Сережа написал такую песню, которая называется «Не держите ничего в себе». Если вы хотите сказать что-то хорошее и доброе человеку, который вам нравится... Что происходит? Обязательно скажите. Потому что надо создавать семьи. Улучшать генофонд.
Александр Гульков, Сергей Геев, Петр Ильчик. И сейчас мы сыграем. Вы знаете, есть такой приятный момент, когда по какой-то непонятной причине твою музыку начинают играть другие музыканты. Это так классно! Вообще так классно. И у нас сегодня в гостях есть замечательный музыкант, молодой человек, он приехал, я вот сейчас в Узбекистан, из города Ташкент, из страны Узбекистан, нормальный узбекский кореец, Игорь Дэн. Он поможет сыграть композицию, которую он знает, да? Эта композиция называется «Borderland Song». Thank you.
Спасибо. Танцы. И сейчас мы тогда сыграем для вас композицию Coming Message. Петя, давай. Thank you.
Супер. Спасибо. Ты что со мной вообще? Thank you.
Спасибо. Вот тут такой вопрос. Как я уже сказал, у меня такое ощущение, все равно не покидает. Здесь ощущение, здесь сцена, свет, занавес. Мы как вот, все равно на экзамене и далее. А вам сейчас сыграть что-то для умы, для головы или для тела? Мы сейчас тогда вам сыграем Giant Steps и все пойдем по домам. Вы не расходитесь, да? Вам нормально все, да? Ну ладно. Мы тогда, может, еще поиграем чуть-чуть. Thank you.
Увидимся. Вы иностранцы, мы вам все расскажем. До новых встреч.